С 1 января услуга по вывозу твердых коммунальных отходов переходит в разряд коммунальных услуг. Управляющие компании должны исключить соответствующие расходы из состава платы за содержание жилых помещений, то есть произвести уменьшение указанной платы. Если уменьшение платы не произойдет, гражданам нужно инициировать проведение собрания собственников, где дополнительно рассмотреть указанный вопрос с приглашением представителя управляющей компании. Заместитель губернатора округа Сергей Карасев обращается к ямальцам с просьбой быть внимательнее и следить за добросовестностью своей управляющей организации. Напомним, утвержденный тариф по вывозу мусора на Ямале с 1 января следующего года 150 рублей с человека. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Ямала, ветеранам труда, а также многодетным семьям предоставляется льгота.